Более 200 человек приняли участие в акции «Ко дню донора» в Махачкале. Станция переливания крови была установлена у исторического парка «Россия. Моя история». Поддержали ее многие медицинские организации Дагестана, волонтеры и просто неравнодушные граждане. Также всем участникам медики проводили профилактические осмотры и обследовали на факторы риска социально значимых заболеваний. На руки жители столицы получили буклеты о пользе донорства и здоровом образе жизни. А почетные доноры получили наградные знаки. Я вообще вступил в организацию «Волонтерский центр», и там уже одно из направлений было – это донорство. А у меня дядя – почетный донор России, и как бы хотелось бы последовать за ним. Мы беспокоимся о том, чтобы банк крови нашей республики заполнялся планомерно. Мы организуем выездные мероприятия, также ежедневные приемные дни у нас на станции переливания. Объем заготовки крови на данный момент достаточен для того, чтобы обеспечивать всю республику компонентами.